говорить, що її завжди таланить з креативними, активними, творчими людьми, які її оточують. Це робить її життя прекраснішим і цікавішим. Сьогодні в «Зексклюзиві», як завжди, ексклюзивний гість. Директорка продюсерського центру «Арткомп», а також членкиня громадської ради Державного агентства України з питань відчуження зони Ірина Ніколаєнко. Вітаю вас, Ірочка. Добрий день. Я дуже вдячна, що ви знайшли час своєму щільному графіку і завітали до нас. Дякую вам за приглашення. Як ваш настрій сьогодні? Пока вроде все хорошо. Рада вас бачити. Навзаєм. Перше, з чого хочу розпочати. Звичайно ж, яке місце займає в вашому серці наша Кіровоградщина? Ну, на минуточку, это 3 года моей жизни. И за те 3 года, пока я там жила и работала, у меня произошли достаточно серьезные события. Во-первых, родился ребенок, моя младшая дочь Ярослава. Ну и моя работа помогла мне раскрыть себя, еще одну мою новую сторону. И именно в Кировограде я осознала, что у меня есть талант организатора, что я люблю большие проекты. Угу. В общем-то, действительно, это открытие произошло для меня в Кировограде. А крайний раз, когда там были? Буквально 2-3 недели назад. Я бываю в Кировограде часто и по работе, и к друзьям. Да. Як згадуєте взагалі от часи, коли проживали? Тому що я бачу, в принципі, у вас багато приємних подій відбулось за час проживання. З чим асоціюється у вас Кіровоградщина? Ви знаєте, це був безусловний визов. І визов з хорошої точки зрення. Я попала в абсолютно новий город для мене. Я не була до цього в Кіровограді. Это были новые условия жизни, это был другой масштаб, новая работа. В общем-то, пожалуй, слово «новшество», да, новые ощущения, эмоции, друзья, коллеги – это вот как раз то слово, которым я охарактеризовала бы вот то время. Ну, приняв добре? Да, конечно, безусловно. Ну, город творческий, и я человек творческий, поэтому мы сдружились. Який район найулюбленіший, в якому районі ви проживали, і яке місце от ви завжди відвідуєте, коли приїжджаєте до Кропивницького? Ну, звісно, це центральна частина міста, це вулиця Дворцова, моя безусловна любов. Жила я на вулиці Шевченка, ну, в общем-то, воно все рядышком, і починаю з адміністрації, закінчую театром, це вулиця, по якій я пройшла дуже-дуже-дуже багато разів. И моя творческая мастерская находилась на Дворцовой, 12. Я действительно очень люблю эту улицу. И когда приезжаю в город, сейчас, в общем-то, с друзьями стараюсь встречаться тоже там. Вот. Там своя какая-то атмосфера, аура, я ее очень люблю. Вы задали за творчую мастерню. А что это был за формат, скажем? Ну, начиналось все с фотостудии. То есть я открыла фотостудию. И уже буквально через полгода после того, как начали реализовываться, создаваться и реализовываться новые проекты, я поняла, что это не просто фотостудия, это действительно творческая мастерская, на базе которой было очень классно, удобно и комфортно творить, что-то создавать, придумывать. И как раз вот в тот момент я поняла, насколько мне нравится коллаборации, насколько мне нравится творить и создавать с моими коллегами. Кстати, для Кировограда я столкнулась с тем, что это было достаточно удивительно. Вот фотографы, они почему-то воспринимали друг друга в основном как конкуренты. Они не понимали вначале, как это можно на один проект, на какой-то громкий, яркий проект пригласить кого-то еще работать, 2-3 фотографа, как это можно пиарить несколько имен одновременно. Но те, кто этот формат оценил и понял его эффективность, работали со мной, и мы делали очень эффективно. Класні проекти. Кіровоградщина – це взагалі окрема тема, окремий етап вашого життя. Але народились ви на Київщині, в Києві, да, так? В Києві, так. Да. Як це бути корінною киянкою? Ну, поскольку в Києві вже родилась, я не можу як-то це комментировать отдельно, не воспринимала это как что-то особенное, но, безусловно, город дает больше возможностей в абсолютно всех сферах для жизни. Переваг больше. Да. То есть тот, кто умеет брать здесь, в Киеве, он сможет взять больше.
Ну, ви взяли побільше? От думаю, да. Киев – мой родной город. Наконец у меня состоялось долгожданное теплое ночное свидание с тобой. И ты, как всегда, прекрасен. Якщо згадувати саме дитячі спогади, яким ви пам'ятаєте Київ? І, можливо, що в ньому змінилось з тих часів? Та многое змінилось. Город був більш зеленим. Я не знаю, это хорошо или плохо. С одной стороны, конечно, хорошо. В этом, конечно, безусловно, есть свои минусы. То, что мне сейчас не нравится в городе, это огромное количество бигбордов. Я к ним не могу привыкнуть и, наверное, не привыкну. Однако он очень сильно расстраивается. И наблюдать за развитием города мне сейчас очень отрадно. Это действительно красивый город. Может быть, конечно, по поводу современной архитектуры ходят разные мнения, критика, но тем не менее я к своим городом очень сильно горжусь, и гулять я действительно очень люблю, хотя времени на это мало. А в Кропивницькому, от коли ви приїхали тільки до Кіровограду ще тоді, і зараз, які от у вас враження? Вероятно, как раз по причине того, что я бываю чаще всего в центральной части города, я в основном вижу вот эти вот маленькие старые здания, которые создают свою определенную ауру, и я, пожалуй, большой разницы не вижу с тем временем, когда я попала в город первый раз. Конечно, появляются точечно какие-то изменения. Ну и театр отстроился красивый, там церкви, там где-то ремонт какой-то. То есть, конечно, город развивается. Но такой интенсивности, как в Киеве, я лично не увидела. Ну, скорее всего, по причине того, что я не путешествую по Кропивницкому полномасштабно. Ірино, ви досить-таки активна творча особистість. Ви за соціальні проекти, за підтримку, за допомогу тим, хто цього потребує. Таку позицію вам привили більше батьки, чи це вже з часом, з життям прийшло до вас? Скорее, первое и второе. Родители очень отзывчивые, всегда готовы прийти на помощь. И, конечно, эти черты характера я переняла у них. Они меня и воспитали в таком формате. Но и жизнь диктует. Так получается, что в мою жизнь приходят люди, которые либо нуждаются в помощи, либо нуждаются в какой-то поддержке или в том, чтобы я подтолкнула к какому-то развитию. И мне это отзывается, мне это нравится, и делаю я это с удовольствием. В общем, видите, такое комбо. Бумеранг, если даёт что-то, то он и повертается. Да, возможно. А вот згадали за дитинство, каким оно было у вас? Якими батьки були в дитинстві? Ви одна, до речі? Ні, у мене є сестра, младша. Да. Я вспоминаю своє дитинство з огромною теплотою. Родители и бабушка с дедушкой в меня действительно очень много вкладывали, много читали книг, в общем, старались всячески меня развивать, и я была очень занята. Я занималась хореографией, английским, ну, помимо школы, вот, и свободного времени практически не было, хотя, да, я с удовольствием вспоминаю те моменты, которые сейчас не сильно доступны современным детям. Это дворы, игра во дворе, друзья. Это было очень романтично. Батьки и бабуся с дедусем. Кто больше відігравав роль у вихованні и до кого вы больше линули? Вы знаете, вот первая мысль, которая промелькнула, может быть, если мама будет смотреть это интервью, она немножко расстроится, но первый человек, о ком я вспомнила, это мой дедушка. Он действительно уделял мне необыкновенно много времени, и, что не сильно характерно для мужчины, он умел все, что необходимо для развития, умел делать все, что необходимо для развития ребенка. Он потрясающе готовил. Он, не зная английского языка, учил со мной язык. Мы учились резьбе по дереву. Я знала весь столярный инструмент. Я умела ловить рыбу. В общем, знала все стихи.
которые там, ну, на тот возраст были мне доступны для понимания. В общем, действительно, дедушка вложил в меня очень многое. А каким дедусь был? Добрый, да, но он военный, и, конечно, эта профессия отпечаталась на его характере, но, в общем, конечно, с возрастом его доброта, она проявлялась все больше и больше. Но твердый характер, так? Был твердый характер, да, безусловно. А бабуся, як доповнювала його? Бабушка, мне порой кажется, что очень на нее похожа. Она совершенно не домохозяйка, у нее была карьера, она очень активно работала, и, пожалуй, она руководила всей нашей семьей. Вот здесь я как раз смотрю на вот ее манеру поведения и общения с семьей, и пример такой с нее стараюсь не брать, потому что все-таки женщина должна быть мягче, спокойнее и как-то обтекаемее, по крайней мере, в семье. Вы навчались в экономическом университете, торгово-экономическом в Киеве. Это ваша первая освіта, правильно? Чему брали саме цей напрямок? Знову ж таки, батьки? Чи вже самостійний очень вибір? Спонтанное, скорое решение. Выбор у меня стоял между двумя вузами. И, кстати, первое образование могла получить как раз продюсерское. Но почему-то показалось людям, которые меня на тот момент окружали, что это несерьезно, и было принято решение об экономическом образовании. А продюсерское в какой сфере? В телевизионе или в менеджерской? В менеджерской, угу. Да. Вот. Сейчас, конечно, я с улыбкой это вспоминаю, поскольку, тем не менее, я стала все равно продюсером. Но ни капли не жалею о полученном образовании, поскольку теперь имею еще и навыки экономические. Є цікавий факт. Ви знаєте корейську мову, так само, як чоловік колишній. Чи часто ви розмовляєте зараз на корейській? Ой, признаюсь, ні. Я, к сожалению, не розмовляю зараз, не використовую язик, хоча знань було море, дійсно абсолютно свободно говорила. І сейчас, если понадобится, через неделю я буду абсолютно свободно говорить. Язык понимаю прекрасно. Ну, вот так вот взять сейчас, провести диалог, мне было бы сложно. Ну, это было давно очень. А как так стало, что вы почали вивчати? После окончания института, университета первого своего, я подала документы на грант, на получение гранта, на обучение Южной Кореи. И к моему большому удивлению я получила его, еще и получила повышенную стипендию. В общем, целый год у меня была возможность там обучаться. Чему саме Корея? И взагалі, от, чи легко вдавалось навчатись? Обучаться было непросто. Язык очень непростой. Вот. Но знаете как, сколько языков мы знаем, столько раз мы персона, личность. И я с удовольствием я училась. Вот. А Корея почему? Потому что на тот момент у меня уже были отношения с моим бывшим супругом, они у нас зарождались, переходили в какую-то более серьезную фазу, и вот мы нашли такой способ, он там работал. Это было логично, да, скажем. А я нашла способ быть там, как раз обучалась. А от коли ви проживали в Кореї безпосередньо, як українку, що вас найбільше вразило? Що в позитивному давайте і в негативному плані? Що ви не сприйняли? Страна взагалі удивительна. Це друга планета, це треба розуміти. Там живуть інші люди. Другая культура абсолютно. Что мне больше всего понравилось? Очень высокий уровень жизни. Очень высокий уровень жизни во всех аспектах. Плюс безопасность. Автомобиль с ключами можно было оставить. Никому он не нужен, никуда он не уедет. Это просто... Но у нас так не зробили. Да, абсолютно. Это немыслимо. Вот. В чем было сложно? Повторюсь, мы находились на другой планете. Они для нас инопланетяне, мы для них инопланетяне. Ко мне могли подходить люди, брать меня за волосы, не спрашивая, загадывать желания. Есть у них такое поверье по поводу там, блондинок, светленьких. Вот. Или маленький ребенок мог подбегать, там девочка подбежала, дала мне персик и смотрит, как я его буду есть. То есть ей просто интересно, что это за создание, не похожее на нее. В общем-то, это то, к чему не привыкнешь. Это то, что все время нас вот разделяет. А наибольшее, что сподобалось, окрім безпеки?
Вы знаете, на тот момент, пожалуй, для меня было все новое. Я вообще любитель всего нового. Это касается знаний, общения, сфер деятельности. И это каждый день, представьте себе, совершенно другая страна, это каждый день открытие. Культурное, там какое-то географическое, да, информационное. Это каждый день открытие. То есть эмоций было море. Я знаю, що ви багато уваги приділяєте саме зоні відчуження. І у вас є декілька проєктів з цією тематикою. Чому саме ця проблема? Тоже достатньо все спонтанно. Тема, на которую могу говорить бесконечно. Попала я в зону отчуждения на обычную экскурсию. Вот. Но равнодушным после посещения этой территории остаться невозможно. Кого, как, насколько сильно накрывает, это уже индивидуально. Но вас душа, вот, я так да, здесь... Но я попала по полной. Уже буквально через 3 месяца я сняла музыкальный короткометражный фильм. Еще Арка. Через год, да, Арка. Вот, еще через год мы уже были обладателями около 20 международных наград за этот фильм. В 2018 году я сделала большой концерт на Почтовой площади, хотя это был риск, поскольку, казалось бы, да, это день трагедии, но мы делаем концерт, но выступали те ребята, которые писали музыку, вдохновленные как раз зоной отчуждения. Вот. Ну и мой основной посыл это как раз о том, что эта зона не мертвая, она имеет свое будущее, и именно об этом мне хотелось донести всему миру. Арка, як народилась? Як прийшла ідея саме фільм, так? Вот тот день знаменательной экскурсии, он как раз проходил, часть экскурсии проходила под еще строящимся новым саркофагом, это же как раз арка и так-то. Есть. Вот, само сооружение, оно строилось отдельно от 4-го реактора на строительной площадке, под него можно было попасть. Вот, оно, конечно, будоражило воображение, имело совершенно невероятную акустику, хотя совершенно неприемлемую для исполнения музыки, но звук, произнесенный в одном конце арки, чисто повторялся 3 или 4 раза. Конечно, услышать там игру инструментов — это первая мысль, которая у меня пролетела. Думаю, как это будет? Когда я привезла туда своих друзей, музыкантов, они сказали: «Ира, это просто будет мусор, потому что мы здесь сделаем аккорд, еще следующий аккорд, оно все превратится, да, действительно полностью перемешается». Но мы из этой ситуации вышли, потому что для всех это был вызов, для всех было это очень интересно. И вот это эхо было записано как аккорды, которые должны были повторяться вживую, но на самом деле их не повторяли. Клас. А от як оркестр погодився поїхати? Тому що в певній мірі це ризики для здоров'я. І я вам скажу більше, там було 3 оркестри. Симфонический, оркестр народних інструментів, ну і рок-група. Вот. Согласились... Ну, приблизительно 60-70%, то есть мы составы добирали, не все понимали, куда они едут, не все, многие очень боялись. Вот, проводить разъяснительную кампанию было сложно, потому что были очень сжатые сроки, то есть те, кто готов был рискнуть, те ехали. Хотя, конечно, мы, безусловно, соблюдали все правила безопасности, и это была моя уже личная ответственность, здоровье коллектива. Який основной результат? Від цього фільму. Ви задоволені? Да, безусловно. Хотя, когда мне задают вопрос, для чего это было, единственный ответ, который я могу дать на этот вопрос, мне хотелось рассказать об этом всему миру. И у нас были очень сжатые сроки, потому что этот саркофаг занимал свое проектное положение уже через 3 месяца, и вот за эти 3 месяца нужно было успеть все, не говоря уже о получении там этих совершенно невероятных разрешений, которые до сих пор люди не понимают, как мне тогда дали. Наверное, настолько была этим всем заряжена, да, и отказать мне было просто невозможно. Вот. Мне очень хотелось об этом рассказать, потому что те эмоции, которые я испытала, мне хотелось ими делиться. В общем-то, так и получилось, мы объездили с этим фильмом весь мир. Ви пов'язані з громадською радою Держагентства України з управління зоною відчуження. Досить такий потужний рівень.
Яка саме там ваша головна місія? В зоні відчуження постоянно, непрерывно происходят, реализуются разные проекты. Моя сфера интересов – это экология, туризм и творчество. Проекты в этой сфере – их наибольшее количество. И, в общем-то, основная моя цель – это поддержка этих проектов. Причем разная степень участия моя бывает, от полного продюсирования до какой-то просто координации, угу. чтобы помогать, содействовать реализации этих проектов. Ну, естественно, контроль. Затем, щоб все було екологічно в прямому і переносному смислі цього слова. Кінофестиваль документального кіно «Лампа Докі». В принципі, досить таки потрібний фестиваль, але я не зрозуміла, це він був на одне місце, місто чи на всю Україну? Чи ви подорожували по кожному місту? Я вам місту? Скажу, більше це міжнародний фестиваль. Он проводиться в Україні і в Польщі. В Україні зараз, ну, до карантину он покривав 9 городів і, по-моєму, якщо не ошибаюсь, около 5 в Польщі. Кожен рік міняється кількість. Вот. Правда, стабільно увеличивается. Для меня это был один из тех проектов, где я шла по очень стандартной схеме знакомства с организатором, потом я выступаю как меценат, и на следующий год я выступаю уже в роли соорганизатора. Влюбилась я в этот проект, я познакомилась с документальным кино, причем документальным кино не тем, к которому мы привыкли, имеем определенные стереотипы там, о говорящих головах или что-нибудь там. В таком духе. Это действительно истории настоящие, живые, живые люди. Это не игровое кино. От этого все происходящее на экране, конечно, mm-hmm. вызывает гораздо больше эмоций и переживаний. Это для меня во всех смыслах было открытие. Яке місце він у вас в серці займає? Чи плануєте продовжувати після карантин? Я не организатор, да, я соорганизатор, и я безумно расстроена, что в этом году карантин не дал возможности нам сделать, провести этот фестиваль. Безусловно, мы будем заниматься, и я не буду лично бросать этот проект, и всячески буду помогать и способствовать его проведению. Надеюсь, что в следующем году мы уже будем более свободны в наших действиях. Вже заговорили за фільми. Який зараз ваш найулюбленіший фільм? Що, можливо, крайній раз переглянули? Ви знаєте, от самий останній фільм, який я смотрела, я його смотрела вже, мабуть, сотий раз, це «Один плюс один». Да, но он, по-моему, входит в топ-100 фильмов за весь период кинематографа и абсолютно оправданно. Вот. Мало у меня времени на кино, я честно признаюсь, очень мало, много хочется смотреть, а вообще люблю историческое кино. Стараюсь смотреть исторически. Арткомп. Що це за платформа, як вона народилась і на якій стадії зараз свого розвитку знаходиться? Ну, вот форма организации бизнеса, да, как форма организации бизнеса, оно как раз, наверное, где-то в Кировограде и зародилось, да, то есть я четко понимала, что... Повертаемость на Кировоградщину. Да, опять же, я недаром говорю о том, что на тот момент действительно произошли серьезные изменения в моей жизни, вот, и я... Когда я осознала, что мой талант – это организаторские способности, когда я поняла, что я люблю большие масштабные проекты, вот, в общем-то, где-то это зерно было посеяно в тот момент. В общем-то, это продюсерский центр, он активно развивается. Особенностью его является то, что каждый проект – это проект, так получилось, это проект из новой какой-то сферы. То есть это может быть кино, это может быть музыка, угу. это выставки, фото, это галерея картинная, это... Это книги. Все сферы. Да, это издательство книг. Сейчас я занимаюсь цифровым туристическим проектом, и следующий год у меня будет посвящен теме геопарков. Я еще не могу раскрывать пока что все карты, но я думаю, вы сами видите, да, насколько разные сферы. Вот особенность арткомбо. Чем зараз конкретно займаетесь? Ну вот, в общем-то, эти карты я уже чуть-чуть раскрыла, да, это работа в рамках Киева, мы уже придумали и теперь нужно будет реализовать такой единый туристический портал.
Это у меня работа совместно с государством. И второй, более коммерческий... Портал интернет? Портал, цифровой, да, цифровой ресурс. Вот. Ну, нужно немножко времени, и, может быть, расскажу об этом отдельно. Да. Он требует времени для реализации, и пока не могу анонсировать. И второй проект — это создание геопарков, а вот здесь как раз моя деятельность тоже будет связана с Чернобылем. Ваша перша робота, вона яка була? Що це було? Моя перша робота, перша запись у мене в трудовій книжці в 15 лет, артистка балета вищої категорії. Балету? Да, да, я була, я имею, так сказать, своє перше образование хореографическое, і я успела несколько лет поработать. А не шкодуєте, що кинули? Боже упаси, у меня такая осанка чудесная, я не могу об этом жалеть. Нет, конечно, нет. Ір, а дивлячись на те, що ви вивчали корейську мову, колишній чоловік був дипломатом, чи не бажали ви стати дипломатом? Мыслей прям вот стать дипломатом у меня не было, однако эта сфера, она меня привлекала всегда. Я закончила дипломатическую академию для того, чтобы окунуться в эту атмосферу. Тот, скажем так, та сфера знаний, которая связана с дипломатией, с международной политикой, она меня всегда очень интересовала. И, ну, скажем так, скорее это было для общего образования, чем для профессии. Хотя для работы очень помогает. Ви щаслива мама двох доньок. З Андрієм ми вже про них говорили. Він говорив, що не полюбляє розповідати про своє особисте життя, тому що кожна людина по-різному на нього реагує. Хтось радіє, а хтось, можливо, заздрить. Так? Але він розповів про хобі дівчаток. Як це з боку мами виглядає? От, чим вони займаються? Що вони полюбляють зараз робити? Саме з материнської сторони. Старша зараз увлеклась психологією. Но у нас с ней это взаимный интерес, мы друг друга поддерживаем, ставим друг на друга эксперименты в рамках обучения. Вот. Хотя она очень творческая, у нее вокальные таланты, актерские таланты. И, конечно, мне как продюсеру очень не имется что-то из нее слепить, но заставлять я не могу, поэтому исключительно по ее желанию она двигается в творческой сфере. Ну вот сейчас очень большое увлечение у нее психологией. А младше? Младшая занимается балетом, занимается, признаюсь вам честно, со скрипом. Вот, но очень мне хочется, чтобы осанка. Ну, вот, да, осанка и физическая нагрузка. И пока что это еще и всего 7 лет, и нагрузка там не та сумасшедшая нагрузка, которую имеют балерины. Поэтому пока ходит. Не знаю, насколько долго я смогу держать это занятие. Вот. Но мне кажется, что посмотрим. Мне кажется, что она станет политиком, госслужащим. Да, есть у меня такое подозрение. Характером. Характер очень твердый, да. Она ботан дома у нас такой, но с характером. Как это быть мамой двух донек? Ладите? Это большая ответственность, безусловно, поскольку я понимаю весомость моего личного примера для них. Все, что я говорю, это не имеет значения, важно то, что я делаю. Именно это работает. Но сейчас у меня есть одна большая радость. Старшей дочери 15 лет, и мы с ней начали находить общий язык, начали буквально дружить и проводим время вместе гораздо больше, чем раньше, и действительно как подруги. И это моя большая отрада. Хоча, начебто, підлітковий вік, так? Никто не отменял все прелести подросткового возраста, вот, но есть и буквальные действительно прелести. Мы теперь друзья. Кто на вас больше схожий? Младшая, она полная копия моя, да. Яку б основну пораду зараз ви б дали їм на майбутнє життя? Вряд ли би вони, мабуть, це поняли, але основну мисль, яку мені до них би хотілося донести, це
Она заключается в том, чтобы слушать себя, слушать свои желания, прислушиваться, но не внимать общественному мнению, вот, и верить в себя, очень сильно в себя верить. В дитинстві вам мати, наприклад, давала таку пораду? К сожалению, нет. Все выводы, к которым я пришла, набив свои собственные шишки, вот. Времена были в моем детстве не очень непростые, это там конец 80-х, 90-е, поэтому родители очень-очень много работали. Просто не было даже времени на какие-то беседы, к сожалению. Ну, мабуть, саме тому ви згадали дідуся, так? Ірино, зараз ваше серце вільне чи ні? Я люблю, я любима. Ну, це найголовніше. А що для вас жіноче щастя означає? Ви знаєте, наверное, це якраз от то, що я вже упомянула по поводу совета моїм дочерям. Важно слышать себя, важно быть в осознании своих желаний. И еще очень важно иметь возможность все это реализовать. То есть многие называют это свободой, но я не очень люблю это слово, потому что его по-разному интерпретируют и не всегда лицеприятно. Но скорее это как раз о свободе. Гарний чоловік. Він який для вас? Що найголовніше? Які чоловічі якості для вас найголовніші? Вы знаете, я пришла к тому, что очень важно, чтобы совпадали интересы, чтобы совпадали ценности и принципы. Потому что можно иметь миллион тараканов в голове, вот, и иметь рядом абсолютно идеального в социальном каком-то стереотипе мужчину. Но вы абсолютно с ним не сойдетесь. В общем-то, наверное, вот эта схожесть этих тараканов делает нас счастливыми. Повинні бути спільні таракани. Абсолютно верно, да. Чи були такі моменти, ну, я думаю, в принципі, в кожної людини таке бувало, коли ви опускали руки, що вас, ну, настільки пригнічувало? Засмучувало, можливо. Ви знаєте, може, це пафосно сильно прозвучить, але не було у мене моментів, коли я опускала руки. Возможно, тому що для мене проблеми давно перестали бути проблемами, вони превратились в задачі, і для мене це определенний визов. Я рішу, я справлюсь, і чим вона більш невозможна, тим мені інтересніше. Азарт. Да, азарт. А от опустити руки – це, скоріше, знаєте, якісь дівчачі моменти, сиюминутні, які можуть бути зв'язані з пролитим молоком, наприклад, або з чим-то іще. От тоді я люблю сказати, ой, все, допомагайте. Ну, в крупних моментах ні, звісно. Пролита кава чи молоко – це остання капля, знаєте? Ну, от так, кстати, да, ви праві, може бути, це якраз з цим зв'язано. Ну, ну, це длиться в мгновення. Ви багато вільного часу маєте? Ви знаєте, я щаслива в своїй роботі, поскольку чаще всього свободне время зв'язано іменно з роботою. Я можу руководити своїм временем. Но нет, я не имею, к сожалению, много свободного времени. Я сейчас подумала, нет. Але тим не менш, коли є вільний час, на що ви в першу чергу його витратите? Самая банальная вещь – это я, конечно, очень люблю выспаться. Вот. И, конечно, всем нам этого не хватает, и я никого этим не удивлю. Но я стараюсь заниматься спортом, я стараюсь уделять время хобби и детям. С детьми в основном это пешие прогулки. Вот, они у меня какие-то в этом плане не очень активные, поэтому стараюсь привить им любовь к городу в том числе. Вы задали за хобби серфинг. Не могу сказать, что это прямо хобби, скорее это такая физическая нагрузка, которая приносит массу удовольствия, плюс это всегда друзья, это всегда общение, в общем, такая, знаете, вот общая атмосфера, очень чудесная, хотя для меня это открытие, я никогда не думала, что это доступно мне, что это достаточно легко. Вот. Да, увлекаюсь очень сильно. Скільки років ви вже цим займаєтесь? 2 роки всього. Але постійно я просто, ну, спостерігаю в Фейсбуці пости, постійно активна нагрузка фізична. Ну, це круто, реально. Сейчас у нас традиція така, перестали тратиться на рестораны и дни рождения вот, в виде стола, в виде там, покушать, и, да, например, там,
каких-то артистов пригласить, мы теперь тратимся на серфинг. И у нас каждый день рождения, летних именинниц у нас море, мы проводим девичники теперь на серфинге. И я считаю, что это прекрасная традиция. А яке ще хобби маєте? Сейчас я также очень сильно увлекаюсь психологией. Дочь моя недаром тоже в эту тему окунулась. Это благодаря мне. Год-два я изучала около психологические науки, а в этом году я поступила на третье высшее образование в Институт психологии. Учу клиническую психологию, самую-самую такую сложную сферу, вот, но мне это действительно очень интересно. Это полноценное хобби, это первое мое высшее образование, которое я ждала как не знаю чего, и которое мне настолько интересно, что у меня библиотека моя выросла ровно в два раза, и сейчас практически все книги, которые я покупаю, они связаны так или иначе с психологией. А звідки виникло це захоплення? Це якийсь тяжкий момент чи просто інтерес? Настолько все банально, я поняла в какой-то момент, осознала, что самые интересные для меня статьи, вот тот же Facebook, да, часто мы уже в конце рабочего дня отдыхаем вот таким вот образом, вот, и я поняла, что я останавливаюсь именно на статьях психологических или околопсихологических, вот, и увлекало оно меня настолько, что я могла несколько часов провести за чтением, за переходом от одной темы к другой, то есть действительно такое полноценное увлечение. Знаешь, что вы любите подорожувати? Після карантину, коли всі кордони будуть просто відчинені, куди хотілося б, якщо буде можливість, і фінансова, і особиста, в першу чергу? Є велика мечта, яка требує великих фінансових і временних ресурсів, це Австралія і Нова Зеландія. Я говорю, у мене ж мурашки по кожу. Чому саме ці напрямки? Вы знаете, во-первых, наверное, природний ресурс цього регіону, і я... Когда увлекалась фотографией, я понимаю, что этот регион – это мекка для фотографов. Вот. Плюс очень отдаленная локация. Знаете, все, что от нас сильно отдалено, все очень увлекательно. Ну вот, да, пожалуй, я даже ничего не добавлю именно этот регион. А яка країна, ну, крім Кореї, звичайно, вас найбільше вразила, де ви бували? Вы знаете, наверное, каждое путешествие, оно оставляет свой след и меняет что-то в тебе, безусловно. И единственное, что могу сказать, что северные страны, например, такие как Норвегия, Исландия, вот они очень прям будоражат мое воображение, их история и климат мне очень нравится. Да. То есть вот эти страны, пожалуй, заставили меня когда-то пересмотреть сериал «Викинги». Вот. Згадали за карантин тільки що. Чи він вплинув на вашу діяльність, на ваше буденне життя? Безусловно, звісно. Як би я там не вистраювала свій робочий процес, я працюю з людьми, і всі так чи інакше попали під воздействие коронавіруса. Дуже багато совещаний ми тепер проводимо онлайн. Стараємося поменше общатися вживую. Это же касается и Чернобыльского агентства, то есть заседания проходят онлайн. Однако, вы знаете, что могу сказать, что за этот год и у меня, и у моих коллег рождаются такие какие-то невероятные, совершенно глобальные, глубокие идеи. Вот. Видимо, вот это пребывание с собой, прислушивание к себе, оно дает интересные плоды. И вот в моей работе это класс. То есть здесь однозначный плюс. Творчість, так? Да, 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 да. А от які творчі плани на найближче майбутнє? Ну, скорее всего, что я их уже озвучила, это, проект. Может быть, да, они немножко не творческие, вот, это, опять же, сферы, которые с творчеством связаны очень опосредованно, но, тем не менее, да, это вот природа, экология, туризм. А особисті? Я вам честно признаюсь, все мои личные планы, они в основном связаны так или иначе с работой. Поскольку
И мой молодой человек, с которым я сейчас живу, мы работаем с ним вместе, и у нас общие интересы, и оно настолько все, да, переплетено. Вот, и даже вот если касаться семьи, дочерей, старшая дочь мне тоже помогает. В общем, гармония. Баланс. Вот оно, баланс и гармония. Да. Блиц. Давайте попробуем. Улюблений заклад харчування в Кропивницькому. Не спеши і фамілія Гарден. Якщо алкогольний напій, то який? Розове віно. Улюблений аккаунт в Інстаграмі або Фейсбуці. А, National Geographic, фотографії їх смотрю безконечно. Що вам подобається робити знову і знову? О, я бажаю об'яття. На яке питання ви ніколи не дасте відповідь? Красивая я или умная? Скромная. Добре. Якщо відчайдушно танцювати, то під яку пісню? А, это, пожалуй, будет грузинско-іспанська музика. Драйвово, да? Ір, ви зараз щасливі від того, що ви маєте? Да, безусловно. Що ви маєте? Если я начну рассказывать, оно будет выглядеть, как будто бы я хвастаюсь. Ничего, это же ваше життя. Вы знаете, я услышала себя и потихонечку начинаю обретать то, о чем мечтала. Ну, я вам бажаю, щоб ваші мрії збувались, ці квіти для вас. Спасибо огромное, це дуже приємно. Ну і до нової зустрічі. Вам спасибо. Дякую, що знайшли час. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.